Добрый день, дорогие друзья. Вот что такое революция? Нам говорят, что это когда страну разносят в прах. Врут. В прах страну разносят те, кто уже 20 лет у власти, кто просрал 4 триллиона свалившихся с неба нефтяных долларов. В прах это гражданская война, когда брат на брата. А мы нет, мы не идиоты, мы такого не хотим. Но вот когда грабитель при должности, строя себе пятый дворец, предлагает скинуться всем миром на лечение чужого ему ребенка и говорит, что это по закону, когда тебе говорят, что по закону ты не можешь сменить этих зажравшихся ублюдков, тогда, рано или поздно, люди спрашивают себя, а что это за закон? Почему я должен подчиняться правилам, которые придумали бандиты, чтобы меня грабить? Чтобы им всегда оставаться у власти. Что, они правы? Да нет, такое не может быть правильно. Что, у них сила? Так это моя сила, говорит себе человек, я за нее плачу. И вот тогда, когда много людей говорит, это не наши законы, а вы не власть, вы просто бандиты. Когда говорят, мы не согласны жить по бандитским законам, вот это и есть революция. Это и происходит сейчас на наших глазах в Москве. 5 лет назад выборы депутатов Мосгордумы никого не волновали. Да, ну, парламент крупнейшего региона страны, но ведь не президентские, не думские, даже не мэрские выборы. Конечно, это важное политическое действие в масштабах города, но тогда, в предыдущий созыв Мосгордумы, когда не попал ни один независимый политик, никто особо не переживал. И вот вдруг отказ в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму приводит к самому масштабному политическому кризису последних лет. Столица страны внезапно переходит на осадное положение. Тысячи ОМОНовцев в доспехах ходят по перекрытым улицам, производят массовые и жестокие задержания. Российские власти в какой-то момент думали, что они создали, вот как говорят, сферического коня в вакууме, то есть идеальный инструмент по недопущению неугодных до выборов. Этим инструментом, по их замыслу, стали подписи в поддержку выдвижения. Необходимость собрать подписи 3% от общего числа избирателей – это на самом деле запретительная мера. Вот они эту меру создали и успокоились. Но тут выяснилось, что независимые политики, пусть не сразу, ну не с первого раза, но научились эти подписи собирать. И команда Гудкова, и команда Навального, и объединенные демократы, да, ребята убивались, не спали ночами, не уходили с улиц, но смогли собрать. Казалось бы, ну пусти ты их тогда на выборы. Кто-то выиграет, кто-то нет. Но даже если все пройдут, то это никак не сломает доминирование близких мэрий единороссов. Но нет, не могут допустить ни одного. И снимают в лоб, грубо, демонстративно, с особым цинизмом. Объявляют настоящих людей несуществующими. Сами фальсифицируют подписи во время проверки. Ну или просто бездоказательно говорят, мол, графолог завернул. Ведь можно привести живых людей, оставивших подписи. Можно принести паспорта, чтобы доказать правильность данных. Меня зовут Артем Торчинский, я живу в районе Щукино. 1 июля 2019 года я оставил свою подпись за Дмитрия Гудкова как кандидата в Московскую городскую думу. Но с точки зрения людей, которые живут за счет моих налогов, Собянина, Горбунова из МГИКа, сотрудников ТИКа, сотрудников полиции, меня не существует. Моя подпись признана фальшивой. Не помогает ничего. Комиссии даже не рассматривают доказательства. Москвичам демонстративно плюнули в лицо, плюнули в ситуации, когда это не было необходимо. Плюнули и продолжали глумиться. Вот мелкий чиновник городского избиркома, пользуясь своей безнаказанностью, посмотрите, он цинично издевается над кандидатом в депутаты. А вот так отказывают в регистрации Дмитрию Гудкову. 140 подписей были забракованы в нарушении избирательного кодекса Москвы. Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской думы 7-го созыва под одномандатным избирательным округом номер 5 решила отказать в регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы 7-го созыва под одномандатным избирательным округом номер 5 Гудкова Дмитрия Геннадьевича. Конечно, Москва вскипела. Люди многое могут перетерпеть. Но вот не это демонстративное унижение, а тут как нарочно били в эту точку. И у москвичей был выбор – сохранить самоуважение или его потерять.
Я горжусь своим городом. Митинг на проспекте Сахарова стал одним из самых массовых за последнее время. Более 20 тысяч человек. Казалось бы, это серьезный аргумент. 20 тысяч человек. Это в конце июля, в разгар отпусков. Но нет. И тут людям говорят, да нам плевать на ваше мнение. Вы вообще никто. Власти сами создали условия для дальнейшего выхода людей на улицу. Перед субботней акцией на Тверской чего только не было, чем только москвичей не пугали, чем только не грозили. И задержания предсказывали, и жестокость полиции, футбольных фанатов привлечь обещали. Всех независимых кандидатов и политиков просто арестовали накануне. Даже дело уголовное завели за воспрепятствование осуществлению избирательных прав. Вы вот вдумайтесь, какой цинизм. Препятствуют осуществлению избирательных прав люди, которые хотят по закону честно принять участие в выборах. Но главная страшилка от власти – это сообщение, что отныне ситуацией с выборами будет заниматься вторая служба ФСБ. Это та, которая по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, если кто не знает. Под руководством аж цельного генерала армии Седова, который, например, бесстрашно расправляется с такой ужасной угрозой конституционному строю, как режиссер Кирилл Серебренников. Ну или второй год гоняется по всей стране за членами «Открытой России». Или сажает женщин с детьми под домашний арест. Нет, ничего не помогло. 27 июля в субботу на улицы Москвы вышли многие тысячи горожан. Горожан, которые не пожелали мириться с демонстративным унижением. Которые вышли под одним простым лозунгом «Допускай! Допускай всех кандидатов! Это не твое собачье дело. За кого будут голосовать москвичи, за кого захотят, за того и будут голосовать». Допускай! К этому моменту управление ситуацией перешло от московской мэрии к силовикам. Я уж не знаю, в какой пропорции кто что делал, но судя по накалу идиотизма, операции, конечно, руководили люди в погонах. Главный тезис, которым Путин оправдывает свое 20-летнее пребывание у власти, это стабильность. Так вот, ничего меньше похожего на стабильность, чем то, что мы увидели в субботу в Москве, по-моему, не бывает. Пытаясь разогнать вышедших на акцию людей, силовики превратили вместо проведения акции весь центр города. А когда поняли невозможность прекратить массовую акцию, то стали задерживать, ну, просто каждого, кто выходил на улицу. Вот дизайнера, например, разработчика логотипа московского метро, на секундочку, задерживают во время пробежки. Почему задерживают? Ну, так бежал же, значит, пытался скрыться. Парню сломали ногу. А вот муниципальному депутату Александре Порушиной разбили голову. Вот если бы так ОМОН разбирался не с безоружными парнями, не с девушками, а с бандитами, преступностью-то, наверное, было бы получше, чем сейчас. Хотя о чем я? Мы же помним, кто теперь преступность. Те же ОМОНовцы, только чуть из другого подразделения. Ну не будут же они сами себя бить. Так что лучше парня. Или вот, например, бабушку, как на этом видео. Мне даже руки трясутся, почему? Я не понимаю. Вот, вот мои документы. Вот, пожалуйста, я пенсионерка. Я смотрите. Ближе к вечеру полицейский террор переместился на Трубную площадь. Вот здесь вы можете видеть, как идут задержания на фоне жилого комплекса «Легенда Цветного». Это тот самый дом, где вице-мэр Москвы Бирюков купил разом аж 9 пентхаусов. Вот когда говорится, что вторая служба ФСБ защищает конституционный строй, то это вранье. Можно подумать, что они защищают права и свободы, изложенные Конституции 93 года. Нет. Их конституционный строй – это право вице-мэров, вот таких вот вице-мэров, покупать по 9 пентхаусов. Это этот конституционный строй они защищают. Они защищают право своего хозяина иметь 20 резиденций. Его они защищают от граждан. Путинский режим – это нестабильность. Это вот этот вот весьма хрупкий баланс, при котором население отдает политические права в обмен на невмешательство в дела личные и местные. Так уж повелось у нас в стране лет аж 500.
Центральная власть делает свои гешефты, но локальной жизни особо не мешает. Теперь всей стране показали, что мы не дадим вам даже местные внутренние проблемы решать. Показали на ярком примере крупнейшего города. Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно. В результате еще недавно вопросы политики, вопросы власти волновали лишь небольшое количество людей. Теперь все меняется. Нам однозначно показали, никакую власть нельзя поменять в рамках легальных процедур. Любая смена власти при этом режиме – это революция. Но власть обязательно поменяется, рано или поздно. Можно уходить от этой мысли, можно прятать голову в песок или скрываться от нее в батискафе под воду. Это ничего не изменит. Мир устроен так, что все меняется. И если вы оставляете для перемен только революционный путь, то значит будет он. Перемены неизбежны. Выбирать можно лишь, как они пройдут. Можно сколько угодно талдычить, что надо соблюдать закон. Но если этот самый закон легализует несправедливость, то в конечном итоге люди не будут соблюдать такой закон. Вот печи Освенцима, они же были законными. Рабство, оно же было законным, крепостное право было законным. Нужно было это что, все оставить? Это власть вне справедливости, вне права, а значит она вне закона. То, чем она прикрывается, не закон, а их бандитские понятия. Нынешним придется уйти. Уйти, несмотря на свои законы. Это и есть революция. И ситуация в Москве это ярко демонстрирует, ведь всегда все начинается в столице. Революция может быть долгой. Позапрошлое затянулось на 20 лет, прошлое на 10. Это уже началось. И потом их обязательно будут судить. По правовому закону, уважая права человека. Этим революция отличается от гражданской войны. Гражданской войны, когда сначала стреляют, а потом стрелявшие висят на фонарях. Так вот, давайте в этот раз без этого обойдемся. Всего хорошего. До новых встреч.